А сигареты? Сигареты мои. Так, 28 апреля, время где-то 5 часов вечера, пришла лодка на сельхозугодье ко мне и пытались поджечь мне лес рядом. Екатерина Анисимова в полном составе, красавица, Тышкивский Михаил. И вот парень-программист. Вот. Были пойманы с поличным. Бензин. Вот три канистры с бензина. Тоже бензин. Тоже бензин. Поджигает лес, это, конечно, для меня просто... Это молодой человек поджигал, да? Не, молодой человек снимал с квадрокоптера. Он тот поджигал. А, бегал толстый, бегал, поджигал. Толстый? А еще и толстый? Ну, вон он, упало бревно, он бежал так, что и лицо все... Он, это, мордой, он от того бревно упал, блядь, и что-то в воде куда-то на четвереньку. Как вас зовут? Меня? Да. Сергей. Сергей? Как фамилия? Ульяна. Вы где работаете? В администрации. В администрации программистов? Нет. А кем? ГУЧС. У вас задание было какое-то специальное, или вы приехали по собственному желанию? Задание, конечно. Задание поджечь лес? Нет. А что? Какое же задание было? На квадрокоптером управлять. Зачем? Снять местность. Но ты почему именно здесь? Здесь ничего не горит. Ты видел, как он в лес ходил? Один. Видел? Ходил же он в лес? Она ходила в лес? Ну говори, да или нет? Голой жопой. Ну, голой жопой это уже разделась тут. Да. Вот человек не сам говорит, что видел. Я лично не видел, но они ходили туда. В лес. Ходили. Вот, они туда ходили. Для чего ходили? Поджигать. Для того, чтобы потом здесь устраивать шоу, что тут лес горит, тут душина, блядь. У нас уже лодки МЧС, детей больных мы не можем вывести. А сюда за 200 километров в рабочее время лодка может прийти, находясь в рабочее время, два или три сотрудника с каким-то заданием. Да, у них тут якобы термоточки, все термоточки, которые здесь есть на сегодняшний день, они все зафиксированы. Шипит чел, убей. Горит лес, горит так, что мало не покажется. Горят ежи, зайцы, лисы, медведи. Горят олени, реки, избы, деревья. Горят цветы, бабочки, грибы и шишки. Горят птицы в своих гнездах, кричат, слышишь? Горит все, чем богата страна, мой край. Горит сипи, давай, чинуша, заливай. Спецом с вертолетов, факелы в лес. Готовить территорию для узкоглазых бес. Шестой лесничий приезжал на шестом, шестеренкой махал, а не рукой. Кормушки все расписаны, режим черного неба. Кровавый солнце диск, мошка покрыла небо. Загибайся в бараках, наш загибок. Мы поможем Парижу, голубоглазый сынок. Экономически невыгодно Сибири помогать. Денежки безумные отправить на войну. Выжимать улыбку сквозь зубы лгают, бесплатно раздавая смерть на углу. Засиделся за костром, ведь завалил медведя. Не заметил, как загорелся губер сам. Горели лацканы мундира с надписью «Спаситель». И тихо догорала черная душа. Горят чиновники в своих гнездах. Ты над Москвой, смотан за Москву. Горят чиновники в своих гнездах. Смог над Москвой, смог он за Москву. Горят попы, горят баксы, грибы, кокаин. Горят чиновники в своих гнездах. Горит все, чем богата моя страна, мой край. Ваша ложь, ржавые звезды. Горят чиновники в своих гнездах. Ты над Москвой, смог он за Москву. Горят чиновники в своих гнездах. Смог над Москвой, смог он за Москву. Горят попы, горят баксы, грибы, кокаин. Горят чиновники в своих гнездах. Горит все, чем богата моя страна, мой край. Ваша ложь, ржавые звезды. Пересвет кричит, пересвет. Горит копье лес, так что мало не покажется. Горят темные души в вишневом соке заката. Горят жопы успешных чинуш города разврата. Горят головы идеи фашизма.
баксы, лжецы, кокаин и грибы. Горит Россия, горит Сибирь. Горят чиновники в своих гнездах. Создал картель и раздал стволы, спилил капель. Ты пилишь лес, проткну тебя, как рыба меч. Спилю, как рыба пила, курт ел много сил, всю сила. Сверстит, сколонит, что тянется ввысь. Он услышит, поймет, кто тебя проведет. Курт ел, сквозь твой враг, сквозь свет софита труп шлак. Курт ел, летрюк, реборн, фак. Вам придется встать, чтобы ставить этот город не ваш. Но вы собакой скалитесь, этот Байкал ваш. Но вы печетесь на солнце, вы стремите, пока пелят ваши легкие. Вам придется встать, чтобы вставить этот город не ваш. Но вы собакой скалитесь, этот Байкал ваш. Но вы печетесь на солнце, вы стремите, пока пелят ваши легкие. Он услышит, поймет, он тебя проведет. Сквозь свет софитов труп шла. Курт ел, летрюк, реборн, фак. Пилят лес без устали воры. Слышен треск уставшие сосны и блуждают по русским просторам охуевшие подлецы. Сдвинув шапку на пол коряво, грустным взглядом проводит мужик. Убегающие в Китай составы по частям, увозя Сибирь. Он слышит, поймет, он тебя проведет. Курт ел! Зеленые стены Руси, зеленые ветви Руси. Вам придется встать, чтобы ставить этот город не ваш. Но вы собакой скалитесь, этот Байкал ваш. Но вы печетесь на солнце, вы стремите, пока пелят ваши легкие. Вам придется встать, чтобы вставить этот город не ваш. Но вы собакой скалитесь, этот Байкал ваш. Но вы печетесь на солнце, вы стремите, пока пелят ваши легкие. И поправив шапку, ровнее развернется мужик тайге. Ты прости, для меня важнее хлеб да пряник. Купить семье, бойкий бог да соленые слезы. Крепкий кнут, а судьбы по спине. Вырубают леса китайозы. Мужиков накинает земле. Курт ел, накинул куртец, закинул пулю, раздвинул холодец. Курт ел, создал картель, раздал стволы, спилил капель. Ты пилишь лес, проткну тебя, как рыба меч. Спилю, как рыба пила. Курт ел, много сил, сил села. С персидского нить, что тянется ввысь, ап.